Я рад видеть сегодня наших братьев, сестер в этот ответственный нашей жизни момент, когда на нас со всех сторон идет репрессия, нас притесняют и нам не дают жизни на этом свете жить по нашим законам, по нашим правилам. Нам навязывают всякого рода нам незнакомые правила, нам незнакомые законы. И при этом они сами, не соблюдая свои же правила, нас вынуждают идти на крайние меры. Поэтому, братья, нам в этой жизни, чтобы добиться чего-то, мы должны объединиться в первую очередь, и потом уже идти к своей цели. Я брат того Абу Суфьянова, шейхул Ислама, которого в 2010 году потеряли и через 3 дня нашли растерзанного со следами страшных пыток. Я брат Абу Суфьянова Ризвана, которого 27 октября потеряли, и на сегодняшний день 2011 года, и на сегодняшний день нету никаких вестей, живой он или мертвый. Думаю, это не остановка, но, алхамдулиллах, Аллах дал мне 7 братьев. И я считаю, они были не для того, чтобы кто-то свои цели достигали за счет смерти наших братьев. Поэтому, братья, мы прекрасно понимаем,